друзья. Слава. Ага. Рад вас всех видеть в этом прекрасном зале. Я не только попал сюда, на этот, в этот уютный зал, но у нас еще 13 числа в Большом театре, здесь, в Москве, будет наша, значит, «Мадам Баттерфляй», это опера, в рамках фестиваля «Золотая маска». И так как необходим мой друг, поэтому я и здесь, по интернету, а теперь уже и воочию. Спасибо. Сергей Живков, не пришла. Не пришла, ты снова не пришла. Что с тобой, поверь, я не знаю. А на душе тоска и печаль. Как жаль, как мне жаль. Вновь один по миру лечу, словно листья, сорванные ветром. И кружась тебя я ищу. И теперь, поверь, все равно я смирился с этой судьбою, а на душе и грустно, и темно. Мне теперь все равно, все равно. Верни мне наше лето. Извините, гитара чужая, так что... Сергей, передайте из Астрахани большой привет всем вашим поэтам и бардам. Я думаю, что, может быть, с Николасом поговорить о том, чтобы создать филиал стиходелики в таком красивом городе южном, как Астрахань. Спасибо, Сергей Живков. Я приглашаю на сцену поэта, девушку, которая заняла...